выпустила видео и не сказала о том, что я положила специи. Специи положила я соль, лавровый лист, чесноком посыпала сухим, молотым, который покупаю в магазине. Соли положила очень мало. Муж тоже без соли есть, старается, и я тоже соли кладу мало в блюда. Также посыпала еще, так как мясо свиное, посыпала приправами для свинины. Получилось очень вкусно. И соли, конечно, не хватает. И вот у меня здесь стоит чеснок, так как я сейчас приболела вирусным заболеванием каким-то второй раз. Еще первый не закончился, раз уже второй раз заболела. Я чеснока поставила перед собой, душу вот этим чесноком, и посыпала еще и блюдом. Еще чесночком приправила побольше. Думаю, не повредит моему организму. Всем доброго здоровья, мир дому вашему.